Всем привет! Меня зовут Оля, а это мой лучший друг пёс Бонни. Прошлые хозяева Бонни выбросили его на улицу, и у Бонни не стало дома. Только один из шести щенков выживает на улице. Моему Бонни повезло. Его подобрали волонтеры и передали в приют. Из 50 тысяч бездомных собак в одной лишь Москве городские приюты могут дать крышу над головой только каждому сотому животному. Моему Бонни повезло. Всего 15% животных из приюта находят новых хозяев. Нам обоим повезло, потому что есть люди, которые сделали крошечный шанс нашей встречи возможным. С их помощью мы нашли друг друга и помог нам в этом Happy Pets Life. Это сайт, где можно сообщить о том, что вы нашли чьего-то кота или потеряли свою собаку, о готовности взять животное на передержку, желание продать или принять питомца в дар. Хозяева могут найти здесь пропавших животных по ID, а питомники, зоомагазины и ветеринарные центры разместить свои объявления. Тысячи живых существ в вашем городе хотят, чтобы им повезло. Они мечтают найти новых друзей и хозяев. И помочь им может Happy Pets Life. Оставляйте свои объявления на happyli.com, как это сделала я. И жизнь вашего питомца будет еще счастливее. Так стало у нас.